Привет всем любителям парфюмерии! Меня зовут Вера, добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами своими новинками, которые появились у меня за последнее время. И две из них я уже знала, с ними была знакома, поэтому приобрела их не вслепую, а вот последний аромат, который я вам покажу, был приобретен вслепую, с которым я не была знакома, и это абсолютная новинка для меня, ну, в принципе, новинка в целом, новинка для всего мира. Давайте начнем с тех, с которыми я была знакома. Первый аромат — это аромат от бренда Serge Lutens, который называется Amber Sultan. Я с ним познакомилась совсем недавно, где-то, наверное, месяц назад у меня появился от Levant, и я буквально влюбилась в него с первого распыления. И я уже тогда знала, что я себе его приобрету. Это амбра, причем она не сладкая здесь. Здесь очень много специй, которые тоже специи не сладкие. И также в нотах заявлена такая интересная нота, как лавровый лист. И вот здесь она как-то чувствуется. Есть что-то такое тут, запах вот этого лаврового листа сушеного, который лежал у моей бабушки в деревянном столе. И, собственно, вот этот аромат пахнет примерно так, таким деревянным ящиком, деревянным каким-то комодом, в котором лежат разные специи для кухонные специи для готовки, лавровый лист, может, какой-то мускатный орех, что-то такое. Здесь я практически не чувствую сладости, немного, когда он начинает раскрываться, проявляется легкая-легкая такая слоинка. В целом могу сказать, что этот аромат не сладкий. Я его очень люблю носить в какие-то такие пасмурные дни, когда на улице холодно, он тогда так очень приятно укутывает, обволакивает. Собираюсь носить его также зимой, хотя для меня он по настроению такая пасмурная осень. Мне он нравится тем, что он очень теплый, при этом не сладкий. У меня много теплых ароматов, которые тоже обволакивают, укутывают и создают такое приятное, уютное облачко вокруг меня, когда я их ношу. Но все они практически, наверное, да, все они сладкие в той или иной степени. И этот не сладкий, вот этот именно, это именно то, чем подкупил меня этот аромат. Если вы знакомы с этим ароматом, пишите, нравится вам он или нет. Насколько я знаю, это одна из таких амбр, которые считаются классическими в мире парфюмерии. Вот я с удовольствием познакомилась, с удовольствием приобрела. Следующий аромат, который я вам покажу, это еще один аромат, с которым я была знакома. Это мужской аромат в коллекцию моего мужа, но тем не менее решила поделиться с вами им тоже. Это аромат от бренда Hermès, который называется Terre d'Hermès, и это туалетная вода. На самом деле я сама его не ношу, но я знаю, что есть поклонницы ветивера, кто носят такие ароматы, поэтому, в принципе, почему бы и нет. Может, я как-нибудь попробую, но для меня он такой, мужской аромат. Вот, я ничего не имею против ношения мужских ароматов, сама такие ношу, но это не совсем то, что я выбираю из мужской парфюмерии для себя. Так вот, на самом деле он так не пахнет, поэтому не знаю, зачем я его нюхаю, закрою крышечку. Это ветивер, конечно же, наверное, самая яркая тут нота, но для меня она уходит в какую-то кожаную нотку. Здесь не заявлена кожа, насколько я знаю, в пирамиде, но вот он пахнет мне кожей. Кожей с таким, я так думаю, что это дает ветивер, с тем же ветивером, который также дает немного такой травности, такой сухой травы. И аромат тоже очень интересный, такой, мне кажется, идеальный аромат для мужчины. Такой классический мужской аромат, который и в пир, в мир, и в добрые люди. Мне кажется, он и в офис подойдет, и куда-нибудь на выход в ресторан, и просто прогуляться на выходных. В общем, очень его люблю, и мужу тоже он очень нравится. Так что вот такое у нас приобретение появилось в этом месяце. Ну и последний аромат, о котором я хочу рассказать, это, как я вам говорила, слепое приобретение. Я не была знакома с этим ароматом до того, как он ко мне пришел. И это аромат от бренда Шалимар. И на самом деле аромат с очень длинным, непроизносимым названием. Звучит он как-то
Шалимар, мелизим, ванила, планифолия, что-то типа такого. В общем, очень сложное название, я не могу его даже запомнить толком. Но, если кратко, то это лимитка 2021 года от Шалимар. И посмотрите, какая красивая у него бутылочка. Мне очень нравится флакон. Ну, собственно, как и у всех Шалимаров, у них очень красивые флаконы. И перед тем, как я опишу вам этот аромат, я хочу рассказать небольшую предысторию о том, почему же я решила заказать себе такой аромат вслепую. Если вам не интересно слушать мои истории, то вы можете промотать немножко вперед. Я оставлю тайм-коды в описании под этим видео, где я говорю, собственно, о самом аромате. Так вот, история аромата. История моего знакомства с ароматом. Так, не очень хорошо знакома с оригинальным Шалимаром. Подходила к нему пару раз в магазине, тестировала его, но он меня как-то не зацепил. До того, как познакомилась с Шалимаром, познакомилась со львом от Шанель, Le Lion de Chanel, и приобрела себе его. И, конечно же, после того, как я узнала, что лев был вдохновлен Шалимаром, я пошла познакомиться с Шалимаром, и да, действительно, я нахожу сходство. Но для меня лев на несколько ступеней выше современного Шалимара. Он намного более как-то так красиво играет, звучит и сделан как-то качественней, и ничего там не выпирает. Он такой гладкий, абсолютно. Я очень люблю льва от Шанель. Он для меня просто аромат, который покорил меня с первой секунды в магазине. Так вот, когда я познакомилась с Шалимаром, он на меня не произвел уже такого впечатления. Вот. И я не знакома с винтажной версией Шалимара. Возможно, винтажная бы и покорила меня тоже как-то. Но не знаю, не могу сравнить с винтажной. Сравниваю только с современной версией. Ну и скорее я этот аромат буду сравнивать со львом. Потому что с ним я знакома намного-намного лучше. Так вот, тут недавно, когда у нас там объявили о том, что будет лимитка этого года, наверное, где-то летом, в конце лета, ну, я где-то, наверное, узнала об этом в конце лета, может, в начале осени, не помню точно. Я не придала особого значения, думаю, ну, лимитка и лимитка, как бы ничего такого. Потом я увидела, что там есть ваниль. Ваниль меня немного так заинтересовала, потому что я, в принципе, люблю сладкие ароматы, люблю ваниль, особенно древесную ваниль. Я посмотрела там много описаний этой ванили, какая она прекрасная. Ну, в общем, он меня как бы заинтересовал, но не сильно. Ну, есть и есть эта лимитка, много чего выходит нового, и это не было в первом круге моих хотелок из новинок, которые я хотела попробовать. Но затем начали появляться посты в Телеграм от разных блогеров, видео некоторых, хотя не очень много видео на обзоров на этот аромат есть. И меня он как-то заинтересовал больше, так как о нем отзывались очень хорошо. Но я тоже не собиралась себе его покупать. И вот недавно я открыла для себя новый веб-сайт, французский веб-сайт по типу Натина, что-то такое. Там продаются ароматы, которые, как это сказать, 100% оригинальные, я не сомневаюсь в этом. Собственно, все эти ароматы я заказывала оттуда, кроме Эрмес, ну, вот этот Серж Лютанс и Шалимар заказывала с этого, все оригинально, в общем, никаких сомнений нет. Но они продаются со скидками и, в принципе, изначально дешевле, чем в розничной сети, это естественно, так как это онлайн-магазин. И там проходила скидка на вот этот аромат, что меня очень удивило, так как я думаю, это ж лимитка, и сейчас там очень многие пытаются найти этот аромат, его уже там много где нету, на официальном сайте Guerlain его уже тоже нету, вот, и он меня как-то так привлек, я начала посматривать на эту скидку периодически там, не знаю, ну не каждый день, но раз в несколько дней заходить, смотреть, есть ли он все еще в наличии, и потом в какой-то момент я посмотрела видео Виталия Грина, где он рассказывал о новинках парфюмерии, которые вышли, и там он упомянул Шалимар. И
Я ему ответила что-то, не помню, что я написала в комментарии, и, в общем, его ответ был такой, что он бы его взял, но так как его уже нигде в Украине нету, он жалеет об этом, но он бы его, если бы у него была возможность, он бы его взял, если бы ему не понравилось, он бы его продал через какое-то время, так как все-таки это лимитка, и обычно они повышаются в цене, потому что люди их затем через год, через два пытаются найти. И я так подумала, ну правда, почему бы и не попробовать, тем более на него была скидка, цена была не очень высокая, в принципе, невысокая, я могу сказать, и я пошла на этот веб-сайт, а его уже нету. У меня было такое разочарование даже, думаю, блин, упустила, ну ладно, думаю, не так уж сильно и хотела. Потом захожу на следующий день проверить, так, а вдруг появился, и он оказывается в наличии. Я быстренько его добавила в корзину, и вот он у меня. Все, вот это вся история моего метания, нужен он или не нужен. Надеюсь, что вам было не скучно и интересно. Так вот, теперь переходим к самому аромату. Я, когда его открыла, вот так понюхала, нанесла на запястье себя, я сразу дала мужу понюхать и думаю, будет ли у него такое же впечатление, как у меня. И абсолютно совпали наши впечатления. Это вот тот самый лев от Шанель, но он спрятан за завесой такой очень красивый, древесный ванили. Я читала потом, вот вчера, по-моему, отзывы на Фрагрантике, после того, как я его уже поносила, составила свое мнение, и многие пишут, что они не слышат тут, в принципе, шалимара. И для них это только ваниль. Я не знаю, я очень четко улавливаю вот эту подложку из... Я буду говорить льва от Шанель, так как я знакома с ним больше, но, как я сказала, они для меня схожи вместе с шалимаром по звучанию, у них есть общее, так что... Буду говорить о льве, о Шанель. Вот я чувствую хорошо эту подложку, и чувствую хорошо вот эти кожаные нотки, немножко, немножко есть какой-то цитрус, но очень такой легкий. Здесь это совсем не цитрусовый аромат, но есть вот такая немножко горчинка, бергамота какого-то. Затем такие животные немножко нотки, которые придают ему такую какую-то мягкость, теплость, такую живость этому аромату. Все вот это я чувствую в льве от Шанель, и я это чувствую тут, но это очень так скрыто. Оно такое ощущение, что вы сначала вдыхаете очень-очень много ванили, и затем пробивается сквозь эту ваниль к вам вот это все остальное звучание, которое я сейчас описала. Но ваниль здесь очень красивая. Мне в течение дня, когда я ношу этот аромат, слышится разная ваниль. Сначала она такая, больше даже гурманская. Затем она открывается древесной своей стороной. И еще нотка, которую уловила, это, знаете, такие экстракты ванильные, которые отдают немножко как будто алкогольностью, настолько они концентрированы. Вот здесь тоже есть вот этот оттенок ванили, который я улавливаю. В общем, все виды ванили, мне кажется, которые только можно, сюда положили. Хотя, что меня немножко так разочаровало, на Фрагрантике, в принципе, на официальном сайте, по-моему, указаны только ноты ванили. Там две, по-моему, ванили в базе и в средних нотах, и все. Но как бы тут больше намного. Я чувствую здесь намного-намного больше. И у меня не было никаких ожиданий по поводу этого аромата. Поэтому я не могу сказать, что я себе его накручиваю. Я вообще была готова ко всему. Я была готова, что он мне не понравится. Но я буквально с первой секунды услышала здесь вот эти грани, переливы вот этого шалимара где-то вот там вот внизу, до которого очень интересно докапываться. И который очень интересно носить и пытаться его уловить. И, кстати, вот в течение того же дня он, этот подложка, это шалимара, льва, называйте как хотите, она то проявляется больше, то наоборот как-то уходит, и ваниль остается на переднем плане. Ну, ваниль, в принципе, всегда тут на переднем плане. Но вот эта подложка из шалимара, она как-то волнами вот так наплывает. Мне очень это нравится, это очень интересно. И... что еще могу сказать?
Он невероятно стойкий. Я просто не ожидала такого. Если честно, я думала, ну, как и все люксовые ароматики, будут держаться там, ну, 6-7 часов. Но он держался на мне до следующего дня. Я нанесла его себе вот сюда, в зону декольте, и на руку. Я целый день вечером отчетливо слышала шлейф этого аромата. Причем, когда я пыталась его разнюхать просто с кожи, вот так, когда я подносила руку, я не чувствовала его сильно, но шлейф вокруг меня этот витал. Вот. Было очень длинное описание этого аромата, но хотела поделиться всеми своими впечатлениями. Мне кажется еще, что он идеально подходит для погоды, которая сейчас у нас. Это такая пасмурная осень, серая, сырая. Также он будет идеален, мне кажется, для зимы. Летом я его не вижу. Летом, мне кажется, он задушит очень сильно этой ванилью. И я могу сказать, что я очень рада этой покупке. С удовольствием буду его носить. Не буду продавать. Как бы думала, что если он мне не понравится, продам его. Нет, не буду продавать. Вот, собственно, и все. Это были все три новинки, которые появились у меня за последнее время. Надеюсь, что вам было интересно. Напишите мне в комментариях, знакомы ли вы, особенно мне интересно, знакомы ли вы с Шалимаром, успели ли вы его ухватить себе. Если да, напишите свои впечатления. Ну и, в принципе, оставляйте комментарии, это очень помогает в продвижении моего канала. Мне очень приятно всегда, когда вы мне что-нибудь пишете, я всегда отвечаю каждому. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Всем спасибо и пока!